Новосибирская область может остаться без 9 обещанных чиновниками новых поликлиник. Область должна удержать размер внутреннего долга не более 50% от собственных доходов бюджета. В противном случае регион потеряет возможность получать федеральные кредиты. Наши ежегодные затраты по расчетам Министерства финансов не должны превышать 600 миллионов рублей на этот проект. И вот сейчас мы сопоставляем эти ограничения с той финансовой моделью, которая обсчитана в настоящее время по строительству этих 9 поликлиник. Я думаю, что количество поликлиник мы, вероятнее всего, сократим, чтобы уложиться в это ограничение. По проекту планировалось построить 9 новых поликлиник, в основном в отдаленных районах. Они смогли бы обслуживать почти треть официально зарегистрированных горожан. Запланированный объем вложений – 8 миллиардов, но планы явно превысили возможности. Между тем, строительство этих поликлиник считали одним из трех важнейших региональных проектов, наряду с 4-м мостом и 2 полигонами по переработке отходов.